Друзья, мы с вами находимся на островах Джеймса Бонда. Здесь снималась Бондиана в 1974 году. Молодцы, все правильно ответили. Ищемся к берегам Джеймса Бонда. Нифига, она какая скалища. Остров сам по себе маленький. Друзья, обычно здесь теряются, несмотря на то, что остров маленький. Ну, буквально за 5-7 минут можно выйти без остановки на Кокаде, с одной стороны. У острова самого два названия. Каупинкан, скала, по-моему, она переводится название. Это острова, на котором мы находимся, и скала, там, которую мы увидим через 2 минуты. Так, пока там ждем всю команду. Поднимаемся на смотровую площадку. Вот это у нас вид на скалу, там единообразную, которая в море стоит. По фильму в этой скале злодей прятал оружие, которым собирался уничтожить мир. Uh-huh. 2004 года она объявлена аварийно опасной. Uh-huh. У нее основание приливами и отливами стачивается на сантиметр в диаметре, полтора, каждый год. Ну, я уже 10 лет рассказывал, что она скоро упадет, поэтому вот такие фотки. Но до сих пор она еще не падает, да, друзья? Там. Я знаю, если там туда наши попадут, что они спрячут. Молдавское вино. Пошли. А вот так вот выглядит следующая смотровая площадка. Прикольно. Что касается берегов Джеймса Бонда, очень много индусов. Прям. Прям просто оккупировали. Раньше были китайцы, а сейчас индусы. Индия. Вот они здесь сделали своеобразный пирс. Вот здесь вот у нас кадры с этого фильма, как они выглядели. Первые кадры. Он выходит 5 минут. Вот это постер был. Вообще острова показали минут 15 по фильму. Вот это вот теперь острова Джеймса Бонда у них стали. Да. Но... хороший маркетинговый ход. Очень хороший маркетинговый ход, можете заметить. Что здесь происходит? Людей очень много. Это не сезон. Это не сезон. Это вот этой вот скалы. Просто скала, где там какой-то хулиган хранил какое-то оружие, с которым должен был уничтожить весь мир. И посмотрите. Загадывать желание к скале желаний. А теперь идем загадывать желание к скале желаний. А это у нас, друзья, скала желаний. Смотрите, какая она ровная. Ух ты, нифига себе. Это ж как надо было так умудриться? Это она откололась, да? Дождями размыла, либо инопланетяне отпилили. Слушай, какая версия, ну, больше реально, нравится? Посмотри, какая она. Таблички на самой скале смотрите, белые. Смотрите, ну, чтобы вы понимали масштабы и размеры, и какая она ровная. Либо действительно, да, инопланетяне пильнули просто. Сейчас я покажу ее с этой стороны. Вот так вот. Как строители это делают. Опаньки, 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 просто ровненько, просто ровненько.
Так, а что надо делать? Это скала желаний. Немного скале желаний, на ней белые таблички. Это росписи королевских особ, которые сюда доезжали. Вот там вот вдалеке табличка стихотворения, написанная Рама 9, посвященная острову. Чтобы загадать желание, надо немножко постараться. Тут есть две позиции. Что делаем? К стене надо прижаться полностью. Сейчас ребята закончат фотографию. Ага, ну... Надо прижаться полностью. Пятки, руки, ноги, голову, попы. Вот таким образом. Кто пониже, вот там вот есть рабочая дырочка, такую называют. Пальчиками держимся и загадываем желание таким образом. Еще пятки. Еще. Полностью пятки прижимаем. Просто рубашка неудобна. Конечно. Еще пяточки. До конца. Где там поменьше ты? Соседняя. Вот здесь будет попроще. Так сколько там желаний? У меня очень такое желание прямо было.